Через несколько недель Химки отметят 85-й день рождения. К праздничной дате преобразили общественный транспорт. Автобусы, маршрутки и троллейбусы украсили яркими декорациями, тематическими постерами и праздничными афишами. Первыми оценили изменения жители Химок. Задумка, наверное, неплохая. Выглядит в целом неплохо, опять же, довольно сильно, красиво. Праздничные троллейбусы будут следовать по 202-му маршруту. В этом году украшения дополнили яркими элементами, которые отражают историю городского округа. Городской округ Химки готовится к своему дню рождения, юбилею, 85 лет. Все предприятия городского округа Химки принимают в этом участие. Троллейбусный парк подготовил 2 брендированных стильных троллейбуса, чтобы жители не забывали, что у них в этом году юбилей, День города. Также у нас на День города все водители будут работать в праздничной одежде и со значками брендом города 85 лет. В ближайшее время преобразятся также улицы, парки и общественные пространства округа. Химки украсят баннерами, световыми растяжками и поздравительными билбордами. Во всех автобусах и троллейбусах городского округа Химки будут размещены специальные афиши, на котором жителям городского округа Химки будет рассказано, какие мероприятия будут проходить в этом году на территории городского округа Химки. Плюс перевозчик региона «Авто-1» разместил красивые логотипы на своем автобусе. То есть он забрендировал автобус и украсил его с одной и с другой стороны. Ко дню рождения городского округа для жителей и гостей проведут более 400 мероприятий. Юлия Самошина, Сервер Бекмамбетов, Андрей Панченко, Вилфрид Демковский. Новости Химки ТВ.